Всем здорово, Америкон, привет. И, короче, смотрел этот клип и заметил, что если поставлю в программке скорость 1.2, будет ржачный голос у Хованского. Вы тоже зайдите вот здесь вот, нажмите раз, вот скорость 1.5 поставьте, будет ржачно тоже. Прикольный, короче, клип получится. Он тоже, кстати, неплох, мне уже нравится. Так, сейчас, короче, слушайте. Простите, что хуйню какую-то кидаю на канал, но хочу немножко просмотр канал поднять, так что сори. И мне лень монтировать, снимать сам экран, потому что у меня есть основной канал, туда я монтирую видосы, а тут мне немножко лень, так что давайте смотрим. Сори. Но мне этот канал тоже важен. Все, блядь, смотрим, короче, я немного пижу что-то. Ты записал альбом? Ебать, вот это шоу! Кому-то из лохов даже немножечко зашел. Ты записал второй? Похожий на пердеж. Бомжи подумали, но это тоже хорошо. Ты записал третий альбом? Не вставил никого. Ты записал четвертый, потом пятый и шестой. Ты записал седьмой альбом? Но я записал трючок, чтобы ебал любой из твоих ебаных хитов. Ну и кто студийный гангстер, я врываю в пау-пау. Непонятно, почему ты себя шумом назвал. Чтобы слышать тебя, нужен слуховой аппарат. Все, что сделал ты шум, рассосал хуй топора. Не нравится мой лайф, не всем дано быть гением. Чтобы ты из тех хуев голым прыгая по сцене. Ты бы забыл, как в рот ебал первый канал. После того, как Ваню Бурган вечерний позвал. А ведь когда-то Батлер был официальным бог. Но ты официально лох, теперь ты официально сдох. Речка, выйди наверх, сможем судить не про Жарахова. А все равно все скажут, блядь, это Жарахова. Покажи свой шум. Как всегда пьет пиво. Короче, давай подписываемся на канал, ставьте лайки. Я думаю, ржачно вышло. Все, давайте подписываемся на канал, ставьте лайки. Он нассал на диск, новый заха. Щепка.